Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну, как я обещала, буду вам показывать ужин. И начну я, как всегда, со сладкого. Надеюсь, вы успеваете это все запечатлеть. Здесь арбузы и дыня. Здесь фрукты. Здесь хлеб на любой вкус. Здесь, я так понимаю, супы. Читать я не успеваю, иначе видео будет очень большое. Так. Ну, в общем, супы. Продолжение сладкого. Это уже восточные сладости. Так. Это тоже сладкое. А вот это моя любимая. А вон она называется панакота. Так, здесь сок, коктейль молочный, чаи там дальше, пошли закуски, такие закуски, вот такие закуски. Симпатичные. Это я не знаю, почему закуска, но это как к основному относится. Мидии, раки. Креветок я не вижу. Так, ладно. Это всевозможные соусы. Так. Закусок еще не будем. Ну, поехали дальше по закускам. Это у нас салаты всяческие. Да, ну вот мы, хочу сразу сказать, что мы пришли. Ужин начинается в 7. И что-то еще доносит. Приносит. Вот. А еще вот сыры всяческие. Всяческие сыры. Всякие-всякие. Так. А потом здесь начнется. Где-то в половине восьмого просто будет муравейник. Оливки, соленья всяческие. Так. Ну, переходим в другой с вами зал. Тут, чтобы поесть, нужно километры пройти. А, ну вот креветки, пожалуйста. Уже креветки всевозможные. Гриль. Это я зашла в ту сторону, где рыба. Вот девушка рыбу взяла, по-моему, и форель. Да. Себасова, не знаю, что это. Это какая рыба. Здесь печеная картошка, печеный лук. Мясо, гриль, пюре. Мясо, напой, лимончик. Куча всяческих опять креветок. Так, что здесь? А здесь у нас что? А это более восточное все. Такое более восточное. Это
я даже не знаю, что и с чем. Это нужно все пробовать. Так, а и даже оно не заканчивается. Еды здесь завалились просто. Всякое разное. В тазиках. Перчики, фаршированные. Я даже не знаю названия всех этих блюд. Так. Что здесь? А здесь у нас пицца. И пицца. И пельмени. Паста. И в общем что-то еще. Ну, сейчас я так стороном обойду. Это, наверное, соусы такие всяческие. Пасти. Так, а что туда вот видела молодой человек съездил? А что он делает, я не понимаю. Это что-то. Ну, в общем, что-то. Мясо какое-то, наверное, баранина. Так. Это мясо гриль видели, а это. Ну, это тоже какое-то мясо. Потом дальше у нас идут рис, куриные шашлычки. Печеный рис, печеный. Ну, в общем. Слюноотделение начало вырабатываться, поэтому я как собака Павлова, наверное, нужно идти за тарелкой. Так, ну что, а это всяческие восточные блюда, да? А, вот еще есть восток, совсем восточный-восточный. Пожалуйста, извините. Персонал я пропускаю. Им, ребята, надо. А это восточные? Да, восточные. Здесь, кстати, очень много индусов. Это, наверное, скорее всего имени предпочтения. Ну, в общем, как-то так, ребят. Надеюсь, объяснила понятно. Поэтому я пошла, побежала за тарелками. Да. Ну что, а вам тогда, дорогие мои, хорошего вечера, приятных просмотров. А пока-пока.